Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре в честь заслуженного тренера России Павла Ивановича Иванникова четвертый год проходит международный турнир по дзюдо. На татами вышли 19 регионов России, а также зарубежные команды, сборные Казахстана и Азербайджана. В каждом поединке есть на что посмотреть. Вот со своей профессиональной точки зрения, как бы я могу сказать, что от каждого поединка можно что-то для себя подчеркнуть. И мы надеемся, что каждый спортсмен, сидя даже смотря эти встречи, он для себя обязательно что-то должен подчеркивать. На татами юноши и девушки от 15 до 18 лет. Призеры, кроме традиционных медалей, получили сувениры, кимоно и денежные призы. Однако не только за награды борются спортсмены. Свою серебряную медаль на этом турнире дзюдоист клуба «Мужество» Денис Кондратьев посвятил основателю Павлу Иванникову. Ему было не главное, чтобы мы боролись, главное, чтобы людьми стали хорошими. Вот это главное у него было. Из нас с людьми он делал. Ну и чтобы боролись тоже хотел. Сборная Самарской области на международном турнире «Мемориал Иванникова» выступила удачно. На ее счету 48 наград, 26 бронзовых, 12 серебряных и 10 золотых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.